Существует масса вопросов, которые возникают у людей к налоговым инспекторам, и ради которых они порой часами выстаивают очереди перед дверями в заветные кабинеты. Но все может быть гораздо проще. Оказывается, ответы на абсолютное большинство вопросов можно получить без личной встречи с налоговым инспектором и даже не выходя из дома. Все, что для этого надо, открыть свой личный кабинет на сайте инспекции. Оказывается, создать личный кабинет даже проще, чем можно предположить, или не сложнее, чем зарегистрироваться в соцсетях. Единственное, перед регистрацией придется нанести один кратковременный визит в налоговую для того, чтобы получить у специалиста регистрационную карту. Паспорт, копия ИНН, минуты 3 вашего времени и регистрационный документ у вас на руках. Далее набираем www.ru и на открывшейся страничке выбираем электронные услуги. Выбираем вот здесь вот на панели электронные услуги. Дальше личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Вот он сразу здесь первый. Заходим. Так мы оказались в общем личном кабинете, как бы в общей прихожей. А для того, чтобы открыть дверь уже в свой кабинет, нужен свой ключ или пароль и назвать свое имя. Это тоже просто. Имя или логин – это ваш ИНН, а пароль указан в регистрационной карте. Правда, его следует сразу же сменить. Во-первых, он очень замысловатый, и каждый раз вбивать такое количество символов просто надоест. А во-вторых, он действует максимум месяц, и по истечении этого времени всю процедуру регистрации придется повторять, начиная с похода в налоговую. Так что лучше сразу и навсегда самому закодировать вход в личный кабинет. Придумали новый пароль и добро пожаловать в свой офис. Признаюсь честно, от электронных технологий я очень и очень далека, но даже такой непродвинутый пользователь оценит возможности интернета всемогущего. Без малого 5 минут ушло на создание личного кабинета, и вот уже я смотрю на себя глазами налогового инспектора. Не пугайтесь, если вся информация появится не сразу, она стекается со всей России, а потому на подборку может уйти дня 3. Но когда процесс завершится, то данные о ваших квартире, доме, участке земли или машине отразятся в полном объеме, включая, к примеру, марку и технические характеристики, если это авто. И, конечно же, в кабинете будет информация, которая чаще всего интересует людей. За что именно, за какой период и в каком объеме начислены налоги. А если у человека есть электронный носитель денег, пластиковая карта, оплатить счета налоговой тоже можно через личный кабинет. То есть, чем удобен личный кабинет налогоплательщика, вы здесь можете сформировать уведомления, оплатить не только налоги, которые у вас есть на территории Ноябрьска, но также, если имеется собственность на территории Российской Федерации. То есть, не дожидаясь почтового налогового уведомления с другого региона, вы можете зайти в личный кабинет и сформировать и оплатить его здесь же через онлайн-оплату. Еще одно неоспоримое преимущество личного кабинета, которое касается, если не каждого, то всех через одного, это возможность отслеживать продвижение декларации по форме 3 НДФЛ. Проверена она или нет? Если нет, то посредством обратной связи уточнить, почему не движется ваша декларация. Ведь от этого зависят ваши деньги. Эта декларация, если вы заявили имущественный вычет по приобретенному имуществу, либо социальный вычет на лечение, обучение, в данном личном кабинете вы можете отслеживать статус проверки декларации. Проверена либо не проверена данная декларация. Кроме того, личный кабинет поможет увидеть и исправить неточности в данных, если они, конечно, есть. И что очень важно, узнать о налоговых льготах. Открыть личный кабинет можно в любое время, в любой точке России, так как регистрационную карту выдают специалисты любого отдела налоговой инспекции. Прописка здесь не важна. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города. Сегодня перед налоговыми органами стоит задача при работе с людьми максимально задействовать интернет-сервисы, которых насчитывается уже более 20. Это помогает и сократить очереди, и в борьбе с коррупцией. К слову, в Ноябрьске личный кабинет стал особенно востребован в последнее время. Всего за несколько последних месяцев кабинеты зарегистрировали 500 человек, тогда как за 2 года таких было всего 2000.